Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. В этом видео будем делать смывку на кугуар. Смывку буду использовать с набора Amamig для американской техники в пустыне. Такая вот баночка, смывка, цвет коричневый. Использовать будем тонкую кисть 2.0. Хорошо надо замешать смывку и начнем ее наносить. Хорошо перемешав, налил в крышку, чтобы пигмент быстро не оседал. И начнем с дисков. Небольшим касанием, когда хорошо нанесен глянцевый лак, смывка очень хорошо расходится по нужным вам впадинам или наоборот каким-либо болтиком. Буквально вот так. Теперь выделяем каждый маленький болт. Если излишки, то не пугайтесь. Потом все лишнее уберется ватной палочкой или ватным тампоном. И так повторяем на каждой детали. Конечно, лучше аккуратно выполнять эту работу, чтобы потом было меньше стирать и не тратить лишнее время.
Ну вот, друзья, нанес смывку. Теперь излишки уберем ватной палочкой. Также вот хочу порекомендовать. Приобрел салфетки. Называются безворсовые. Не оставляют практически следов, как ватные тампоны и ватные палочки. Если уже не могу подлезть, тогда делаю ватными палочками. И вот так потихоньку снимаю излишки. Так вот втираю, растираю. Даже если они остаются, то картину они в целом не портят. И потихонечку, по мере того, как масло подсыхает, убирайте лишнее. Сильно контрастная смывка тут не нужна, так как модель песочного цвета в пустыне особо не будет, я думаю, такого сильного контраста. После этого нанесем полуматовый сатиновый лак и сделаем масляные точки. Я думаю, смывка еще больше улучшится. Сильно тоже главное не тереть. Если смывка не успела подсохнуть, то она будет растираться. Только излишки убирайте. Потом около суток нужно дать подсохнуть полностью, и после этого уже наносить лак. Ну, друзья, на этом буду заканчивать. Чтобы показывать весь процесс, не вижу смысла. И так все понятно показал, рассказал. Кому интересно, еще не подписались, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте оценки, нравится, не нравится. На этом все. Всех благ вам и вашим близким, друзья.